нас есть совершенно потрясающие, скромные на вид свечи. Но у них очень большой плюс. Они натуральные, они сделаны из натурального воска. И цвет свечи имеет очень большое значение. Смотрите, зеленый цвет – это что, догадайтесь? Деньги, конечно. Желтый цвет – это тоже деньги. И желтый, и зеленый цвет – это деньги. Красный цвет, догадайтесь, что? Любовь. Черный цвет – это очищение. Очищение. То есть, но это опять-таки уже такой тюнинг, как бы более тонкая настройка. Но в принципе можно любой цвет свечи использовать. И смотрите, что вы делаете. Вы берете три свечи. На одной свече острым чем-то вы пишете свое имя. Допустим, Ирина. На второй свече вы пишете, что вам нужно. Предположим, какую-то сумму или ваше желание. Да? Желательно одно-два слова, больше не надо. Просто остреньким карандашом или там ножиком пишите. И на третьей свечке вы пишете «счастье». То есть что у вас получается? Ирина – деньги, счастье. Допустим, Людмила – любовь, счастье. Допустим, Екатерина – карьера, счастье. Понимаете? Или там Светлана – очищение, счастье. То есть вы что, какой сигнал посылаете Вселенной? Вы посылаете сигнал Вселенной, что вы получаете свое желаемое через счастье. Я же вам постоянно говорю, что счастье – это то, ради чего мы живем на этой земле. Да? Мы стремимся в основном все к счастью, а все остальное – это уже как бы дополнение. Что вы дальше делаете? Вы кладете эти три свечи на теплое место, можно на солнечный свет, можно на батарею, на 10-5 минут, чтобы они стали мягкими. И потом вы их сворачиваете жгутиком, таким жгутиком, мягеньким жгутиком, и поджигаете, друзья мои, эффект, что, как говорят врачи, на кончике не будет. То есть мгновенно вы почувствуете, что-то очень приятное произойдет буквально на следующий день. Либо какое-то облегчение какой-то ситуации, либо там, как я говорю, придет смс-очка, что у вас зачислены деньги на счет, да, либо еще что-то. В любом случае ваши желания будут исполняться. Сделайте это очень простой, очень действенный ритуал на улучшение своей жизни. Пожалуйста, деньги, здоровье, счастье, любовь, очищение, все, что вам.